Привет! Меня зовут Юлия Нежная. Я подумала, почему бы мне тоже не поделиться с вами своими новостями за чашечкой чего-нибудь. Поэтому давайте начнем. Хотела начать с вами разговор с того, что меня так давно не было на канале. Нет, на самом деле видео вышло не так давно. Я даже сейчас посмотрю. 3 недели назад. Это практически месяц. Это было связано с творческим кризисом, поэтому я, во-первых, прошу у вас прощения, а во-вторых, надеюсь, что скоро этот творческий кризис куда-нибудь уйдет, потому что на улице уже весна, и хочется что-то делать, например, спать. Просто спать мне хочется всегда. И вот по поводу того, что у меня на следующий год экзамен, напишите мне вниз в комментариях, хотите ли вы видео про дачу ГИА, или ОГЭ, потому что в прошлом году я снимала такое видео непосредственно после самой сдачи, но что-то пошло не так, и я его не загрузила, то ли удалила, то ли что, поэтому если вам интересно послушать мнение человека, который год назад сдавал экзамены, то, пожалуйста, тоже напишите мне об этом в комментариях. Следующее, о чем бы я хотела с вами поговорить, это нужно ли идти в 10-й. Скоро год закончится. А это значит, что я сделала практически полный вывод, нужно ли идти в 10-й. Если вы знаете, что в городе, в котором вы живете или в который вы можете переехать, есть коллег, который как-то связан с вашей будущей профессией, то лучше всего идти сначала в колледж, а потом после колледжа идти уже в университет. Или же после колледжа сразу идти работать. Я пошла в 10-й класс и буду сдавать ЕГЭ, а потом поступать в университет. Следующая тема. На канале Ксюши она говорила про канал девчат, то, что они там начинают новый конкурс. Так вот, несмотря на то, как совсем недавно я не совсем долюбливала этот канал, я решила попробовать поучаствовать в этих конкурсах, и некоторые видео на моем канале будут именно по заданиям, которые были придуманы каналом девчат, чтобы поучаствовать в конкурсе. Поэтому я не знаю, поддержите вы это или нет, но просто хочу попробовать поучаствовать. Это, даже если я ничего не займу, просто поможет мне как-то более развиваться. В плане того, что надеюсь, что там будут нормальные, вменяемые задания, и я смогу больше снимать видео, как бы. Но желание у меня такое есть, поэтому я надеюсь, вы просто меня поддержите. И нужно всегда участвовать в каких-то конкурсах, если это конкурсы по рисованию, танцам или что-то такое, чтобы развиваться. Может быть, даже что-нибудь выиграю. Почему бы нет? Всегда нужно пробовать себя в чем-то. Так сказать, переступать через свои принципы. И также, если вы могли заметить, я окрасила свои волосы. Зачем? Я очень давно хотела, лет, наверное, с 8, я хотела темные волосы. И об этом я говорила даже в своем одном видео, которое не вышло. Я, наверное, если не поменялась, вставлю где-нибудь здесь фрагмент этого видео. Какой цвет я мечтала покрасить в розовый? Нет. Фиолетовый. Голубой. Нет! Да блин, слушай так. Он просто очень любит ту сторону так вот. Глаз! Черный! Высеть! И, кстати, про это видео. Это видео я снимала, наверное, года 2 или 3 года назад, поэтому я так его и не выложила, потому что последнюю часть я потеряла, но потом смонтировала без нее, и потом нашла последнюю часть, и так и не домонтировала. И это еще связано с тем, что мне не очень нравится, как я там получилась. Я там просто ужас, на самом деле. И если вам просто интересно посмотреть это видео, которое было снято довольно давно, то, блин, дайте мне об этом знать. И последняя тема, которую я хотела с вами обсудить, это если вы вдруг заметили, у меня произошла небольшая перестановка. Почти вся мебель стоит у меня не так, как стояла. Поэтому кину вам такой спойлер, как только я сделаю здесь уборку и подготовлю комнату к лету, я, скорее всего, сниму вам все-таки рум-тур. Потому что я здесь живу уже
чуть больше, чем полгода. И мне хочется поделиться с вами своей берлогой, своим местом, где я обитаю. Фух! Ну, это были все новости. Я надеюсь, вам понравилось такое видео, и вы не заметили, что Лиза скребется в дверь. И надеюсь, вы захотите видеть еще такие видео, потому что мне хочется с вами делиться чем-то важным. И надеюсь, вам было интересно слушать, поэтому не забывайте про вопросы, которые я задавала, пишите мне вниз в комментариях ответы на них. И если вам понравилось это видео, дайте мне об этом знать. Всем пока!